Привет всем! Хочу сказать спасибо за то, что поддержали прошлую тему лайками. Я решил прошлую тему разбить на 3 видео. В этом видео я вам расскажу, как я развел Алинтрейд на 4000 долларов, какую я фишку просек и как я на этой фишке заработал. В следующем видео, во втором видео, я вам расскажу, как я изменил Binomo и почему я перешел с Олимпа на Binomo. И в третьем видео я вам расскажу, как Алинтрейд закрывает людей в один пункт. Так что будет очень интересно, и опять же поддержите это видео лайками, набирайте, давайте, чтобы было опять 200 лайков, и я выпускаю следующее видео. Итак, погнали, перед нами вы видите аккаунт Алинтрейд. В чем, собственно, заключается, переходим в сделки, в операции, давайте. В чем заключается развод? Смотрите, у меня на Алинтрейд около 300 аккаунтов. Я вам так скажу. Я каждый раз создавал новый аккаунт. Бывало, в день я создавал по 3 аккаунта. Почему? Да потому что дают они 100% бонус. И вывод без документа. Смотрите, я пополняю со своего WebMoney на 5000 рублей. Мне дают бонус 5000. Я ставлю all-in'ом одну сделку и получаю 13. Вы представляете, получаю 13 и вот сразу же ставлю их на вывод. Я вам сегодня покажу все свои счета. Ну, не все, часть счетов, потому что там нету смысла все показывать. Так, сделки давайте посмотрим. Видите, я ставлю одну сделку all-in'ом на 10 тысяч и сразу же 18 вывожу. Так я проделывал много раз. Конечно же, были определенные трудности. Немного позже я о них расскажу. И из 10 сделок, вот я сделки ставил по новостям или по своим сигналам, из 10 сделок у меня заходило 7. 7 у меня заходило, 3 у меня слетали. И вы представляете, я зарабатывал 13 тысяч с 5. Так, вот мой кошелек, можете посмотреть, я вам предоставлю все аккаунты, можете посмотреть, потому что счет у меня на WebMoney 1, но я создавал разные кошельки, чтобы меня не так палили. То есть, смотрите, я могу два раза проиграть, и все равно я был бы в плюсе на 3000, да, например, если бы я следующие два аккаунта я потерял, сделка бы не зашла, я бы все равно был в плюсе на 3000. Вот такую вот тему просек, и пока она работала, я старался на ней заработать. Понятно, что я никому не говорил, потому что и так оно все держалось на соплях, потому что меня уже начали банить. Месяц я уже поработал на этой фишке, начали банить, уже... Я уже разные аккаунты регистрировал, некоторые аккаунты делал так, что выводил определенную часть держал. Не все сразу выводил, потому что уже начали банить. Но фишка была в том, что Олимп возвращал деньги, которые я вложил. Много у меня аккаунтов забанили за такое, но мне вернули сумму, которую я вложил, 5000 мне возвращали. Я пополнялся и на 2000. Просто когда пополняешься на 2000, еще дают бонус 2000. Когда пополняешься на 5000, дают еще 5. И когда на 10, дают еще 10. Походу так было. Вот смотрите мой профиль. Ничего не делал. Создаю новый аккаунт, телефона нету, почту. Просто новые почты и разные кошельки на WebMoney, но с одного WebMoney я делал. Видите, почту подтвердил и все. И сразу же ставил на вывод и выводил деньги. Вот счета мои с Олимпа. Можете их все проверить, я их все оставлю в описании или в комментарии закреплю. Я не помню уже как. Это вот походу вот этот вот счет. Ну, давайте этот возьмем, посмотрим. Сейчас, народ, эта фишка не работает. Почему не работает? Потому что уже нельзя ставить полностью всю сумму. То есть завели вы 5, дали вам еще 5 бонус, 10 тысяч ставить нельзя. Можно ставить только 5. Так, дорожные знаки. Можете проверить все аккаунты, проверить мой кошелек на WebMoney. Никого я ни от кого и ничего не скрываю. Кстати, вот прикольно, у них синяя тема. Единственное, что прикольно сделали. Можно переключать синюю, белую.
Вот, смотрите на этом аккаунте, да, я пополнил на 2000, то есть я чередовал. Я бывает на 2 пополнял, бывает на 5 пополнял. Пополнил на 2 и вывожу пятерку, да, 5200 я вывожу. Давайте в сделки зайдем. А, учебный счет, реальный счет. Вот видите, сделал одну сделку улыном, выиграл ее, и здесь я уже просто поставил по 30, уже придумывал, что только можно, чтобы показать видимость на аккаунте, мол, показать то, что я торгую на этом аккаунте. Вот в конце уже я проработал на этой штуке 2 месяца где-то. В конце уже начали, может быть, даже больше. Ну, я старался ее не сильно так часто юзать. Я не делал, например, по 5 аккаунтов в день, потому что это было бы слишком нагло, они как-то бы спалили. То есть я это все делал потихоньку. В общем, можно даже сказать, даже где-то на 4 месяца протянул, потому что сначала я так понемногу это делал, потом начал больше. В конце уже, конечно, начали банить, начали это все быстро, быстро все... Они это все просекали, и уже не так было можно на этом заработать. И в конце концов они прикрыли эту тему с бонусами. Ну, я тогда продумал эту фишку с бонусами и начал на этом зарабатывать. Мне повезло тем, что в Олимпе вывод без документов, сразу можно было выводить. И этим я воспользовался. Никакого подтверждения не нужно, и этим я воспользовался и заработал. Конечно же, я вам не говорил, чтобы эта тема проработала, она и так держалась на соплях. Так что вот так вот получилось у меня заработать. Опять же, переходим в профиль. Видите, здесь я даже почту. Почту, кстати, народ, я любую писал. Видите, я даже ее не подтвердил, потому что я вот придумал там вот что тут, CC, Арноки, любое имя просто ввел и все. Даже не, смотрите, почту не подтвердил, телефон не подтвердил. Имени нету, фамилии нету. И смотрите, мне выплатили деньги на WebMoney. Вот можете проверить мой кошелек WebMoney. WeMeet один, но кошельки я создавал разные, чтобы не палили. Может из-за того, что с одного WeMeet'а я из Kiwi пробовал, очень много я пробовал разных тем, то есть вот так вот, народ, я зарабатывал. Теперь вы это знаете, теперь это вам рассказал. Может кто-то из вас сделал так же, потому что я думаю, что я не один эту тему просек, и кто успел, тот на этом заработал. Надеюсь, это видео было бы полезным и интересным. Как можно с Олимпа немного поиметь денег. Так что в следующем видео я вам расскажу, как я изменил бинома, почему я перешел с Олимпа на бинома. Так что давайте, народ, жду от вас 200 лайков и выпускаю следующее видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.